он собирается серьезно готовиться к следующей Олимпиаде. Поэтому все вот эти вот соревнования мы рассматриваем как промежуточный этап. В частности, вот попасть на финал Кубка мира, что он уже сделал. Ну и попутно получилось, значит, установил мировой рекорд. Он об этом не думает. Он работает над выстрелом, делает свою работу и делает правильно.